Удаленный режим работы и дистанционное обучение с приходом коронавируса становятся частью нашей жизни. И тут многое зависит от надежности и скорости интернета. Бесперебойную связь предоставит компания «Ростелеком». Провайдер активно развивает оптическую инфраструктуру в городах и поселках Ямала. Подробности далее. Добрый день. Пандемия внесла свои коррективы и в профессию Анны Казанцевой. Она фотограф. И чтобы не терять клиентов, девушка решила проводить фотосессии дистанционно. Все просто. Нужен лишь ноутбук, камера и быстрый качественный интернет. Глобальную сеть по технологии оптика в квартиру подключил Ростелеком. Лера, привет! Сегодня у нас с тобой дистанционная фотосессия. Я подскажу тебе, что делать. Давай попробуем. Оптический интернет – это не только гарантия качества, но и возможность быстро адаптироваться под возрастающие потребности абонентов. У Анны, как и у других предпринимателей, их много. В интернете бизнесмены сейчас не только работают, но и учатся, а также проводят свой досуг. В силу своей профессии я постоянно работаю в интернете. Сейчас, на фоне пандемии, чтобы не потерять клиентов, я обучаюсь и опробую на практике дистанционную фотосессию, которая уже довольно популярна в крупных городах нашей страны. Это когда можно делать снимки по скайпу, полностью руководя процессом съемки. Более того, чтобы постоянно развиваться и учиться чему-то новому, я должна участвовать в мастер-классах и вебинарах, а для этого нужен быстрый интернет. Только за 2020 год Ростелеком обеспечил оптический доступ в интернет почти для 1500 семей округа. Всего же на Ямале цифровой провайдер построил порядка 3000 километров оптических линий связи, причем как в городах, так и в удаленных поселениях Северного края. Для того, чтобы подключить услуги домашнего интернета, необходимо просто позвонить к нам на номер горячей линии или оставить заявку на сайте. Наши специалисты подберут оптимальный тарифный план для вас, а технические специалисты в течение 24 часов готовы выехать к вам на адрес и осуществить подключение. Будет выполнено подключение как дома, либо квартиры, и, возможно, прокладка, если вам потребуется, внутри помещения. Также настроят все оборудование, продемонстрируют его работу и объяснят принципы тарификации услуг. Быстрый оптический интернет открывает абонентам Ростелеком доступ к различным цифровым сервисам. Оптический интернет существенно расширяет возможности абонентов. Он позволяет пользоваться целым рядом услуг – видеонаблюдением, продуктом «Умный дом», интерактивным телевидением, домашним кинотеатром видеосервисом «Винг» и обучающим видеосервисом «Лицей». Уроки от ведущих педагогов страны пользуются особой популярностью во время дистанционного обучения школьников и позволяют им не только наверстать программу, но и выбрать будущую профессию. Алена Ядня, служба новостей «Импульс».